И что, я притормозила, если вас это интересует. Приют царь-жреца? Угу, понял. Ёптать, куда? И зачем, самое главное? Помнишь, вспоминаешь локацию, Дэн? И да, и нет. Это где пантеры? А! Я понял. Я понял, что здесь. Смотри, как Дэн плывет. Раз, два, тык-тык-тык. Да, да, я понял. Да, там будет пиздец. В смысле? Прямой. Я не знаю, куда вы свернули. Вы прямо пошли? Да, да, да. Вот как вы выныриваешь, все время прямо. Да, 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 вот. Это кто? Я. А, чувак, тут люди уже более это с металлом, они ходят. Средних доспехов. На людей пока не пойдем. Только если совсем маленькие, да, поселения. Пойдем сразу не на людей. Сразу на замок. Вот оно. Да. Ой, блин, Диан, иди сюда, смотри. Ну чё, будем охотиться за толстой шкурой? Это тогда пиздец. Тогда нужно толстые стрелы. Так, ставим звук. Спальники. Это самый простой слон. А он там носорог. Что, покажите, дайте посмотреть-то хоть. И все? Мамонт и носорог? А чё? Все. А что тебе еще надо? Ставь. Кто меня бьет? Спальники ставьте. Ты упал. А я упал. Тут тигра добавили. Иду. Я лагаю. А я знал, я видел, как ты пошел. Слон бежит на тебя, слон бежит на тебя. Я лагаю, блин. Так, он с тигром месяца. Неси слона. Я слона. Ты ему что-то сносишь? Да, что-то сношу. Слон замедлен. А вы видите, да, что у слона происходит? Да, да, да. И это самый простой слон. Пиздим его. Сейчас. Пока есть такая возможность. Тигра загасил. У меня вынос закончился. Ну сейчас топнет! Высвободите его немножко, то у меня стрелы будут. Да как мы это сделаем? Мы же не можем сказать, выходи. Вот это эпично. Чувак, кинжалом давай. Мути его. Шкуру. Вот это я понимаю, фарм. Да. Ну чё? Подожди секунду, куда? Спрыгивать. Сейчас надо восстановиться. У меня всего 72 стрелы почему-то вдруг осталось. Главное черных не увидеть. Если черный увидим, бежим. Кого, слона? Угу. Да. Черный слон. Есть еще белый слон. Черный самый сильный. Не могу найти никак оружие, а вот. Еще 40-100 стрел.
Что за уровень чистки? Постепенно будет заполняться, когда шкала чистки дополнится до отметки. Начинается чистка и строительство. Что, погнали? Создание предметов. Сейчас, она чё... Подожди, смотри, идет дебил в один! Ну, слона, смотри, как идиот, ты видишь это? Да. Стой, давай, я стрельну хоть в него. Ладно, пофиг. Может, он хоть предмет мой. Он замедлен. Сука, он не меняет траекторию. Я попробовал уклониться, он прям на меня. Это пиздец. Он замедлен. Поможет, думаешь? А что это он пролагал куда-то? Кис, он на тебя бежит в обход. Он на нее бежит в обход. На скале повисни. Он не пролагал, он просто хитрый. Может, к нам придет? Да, он не может там пройти. Так. Идеально стоит для меня вообще. Да в него сложно промазать, же слон. Ой, ой! Ох ты, ох ты, ох ты, я думал, я далеко стою. Меня замедлили. Нормально, он ко мне убегает. Пробуй. Это ненормально, сейчас будет крика, визга. Ну давай. Где везти? Блять, где он? Иди к нам иди. Да где вы? Стой за нами. Пизду, я полезла отсюда. Лезь обратно тогда. А как он так? Я тоже хочу выйти там, где вышел он. Блин. Я начал... Ага. Он твой труп выкинул в сторону. Так, где мой труп? А, ты можешь отвезти его от трупа от моего? Да. Да, он сейчас сюда опять придет, подожди. Отвожу. Спасибо. Не помогает щит против некоторых атак. В него сколько стрел-то, блять, надо? У меня пере. Пробуй хард-атака в него, не промажешь, чтобы экономить стрелы. Да я так и думаю, да. Но после хард-атаки он почему-то ко мне, блять, резко бежит. Жень, прости, его танчить я не могу. Вот это борьба, понимаешь? Каждое животное надо прям пиздить, да? Это интересно. Вынос закончился. Ты чё, если лечусь? Угу. Он почему-то без брони, без ноги. Не почему-то, это мой дебаф. Не знаю, насколько он помогает. Последняя у меня стрела. А, нет, две. Подлетел. А я видела, кто-то прыгнул, да. А что это было? Чтоб я так прыгнул. Блин, какая у него рыжа огромная. Чувак, ты где? Лежу, сплю. Сейчас добьем. Он опять топает. Это дыр там летает? Да, да. Хочется делать. Сейчас, отлично, шикарно, сейчас последний. Я сдох! А-а-а. Ой, а я с перевесом. Это пиздец. Бля, он ко мне, что ли? Да. Он к тебе. Он к вам, ребята. Сука. Ой, блять, упал, что-то не схватил. Где я? Это ты. Да. Он же не спрыгнет, да, со скалы? Нет. Он еще со скалы прыгал бы. Вы уже вышел бы из игры, наверное.
Готов. Нифига его подкинуло. Красиво было, красиво. Ну что, ребята, вот это фарм, вот интересно, да? Ой, быстрее его что-то херач. А. Женек, добываешь? Да. Так у меня скоро перевес по шкурам будет. А, мне давай, мне скидывай. Давай. Блин, у меня 6 душ из 17 осталось, ребят. Ну ничего страшного. Мы же не за душами шли, а за слоном. А, да, нормально, нормально. Так, пойдем. У меня всего 6 стрел осталось. Куда пойдем? Дальше фармить. Попробуем давай носорога. Вон два носорога. Давай. Может, они полегче. Тигр вижу, тигр. Спит. Давай тигры сначала. Давайте тигры сначала. Блин, ну они сложные. Лучше луком, лучше они луком. Сложные, пипец, я помню. Пантеры. Ну давай я по блокам. Давай. А ты что стоял-то? Не знаю, что она. О, я думал на тебя. А у него типа зона атаки. Осторожно, осторожно. Ой, блядь, как он быстрый. Дяныч, ты где? Я наверху, у меня стрел нет. Во все стороны. Че он делает, сука? Да, они очень быстрые. Тигры. И пантеры. Я не успеваю так стрелами. Он на тебя. Сколько только вышел, уже слег. Это пиздец. Как щит, я боюсь отпустить, блядь. Так я не знаю, что мне делать, как мне спускаться. Блять, пропустил. Все, у меня стрелы закончились. Поближе сможешь, Дэн, подвести? Да, 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 я чтоб Жеку взял. Спасибо. Так, сейчас. Чувак, по два удара и отходи. Не, давай так попробуем, не рискуй. Давай. А то он, если много нанесешь, он переагрится. Да, да. Бля, да как в тебя попасть-то, а? Я стараюсь, Дэн. Тяжело очень. Да, я понимаю. Он маневренный. Нет, все, стрелы закончились окончательно. Я пошла собирать ресурсы, так что извините. Сука. Блядь, не так. Ох, блядь, веселье. Вот это мне нравится, понимаешь? Вот это называется настоящая охота. Втроем от одного тигра пиздюливаться. Считаешь, да? Слушай, а почему ж... А, ты обычную шкуру скинул. Ой, блин, что делать, а? Добываешь, да, его? Сейчас подойду, погоди. Так, а теперь третий у нас на очереди, это носорог. Ну, там сейчас пиздец. Всех попробуем на вкус, так скажем. Точнее, всем дадим нас попробовать на вкус. Там будем да. смотреть. Так. Так, а где Дианыч? Дианыч? Без нее не пойдем же. Нет. Она может кто-то, кто хоть будет стрелять, там отвлекать. Хоть мы будем бегать, она хоть убивать будет. Ну хотя бы, да, какой-то урон будет, она там замедляет их, понимаешь, это помогает. Потому что это я не могу щит отпустить, они, я не знаю, что они будут делать. Мне даже нужно время, от... чтобы умереть и встать. Вон сколько трупов, все в одной зоне у меня тут. Да пиздец. Конечно. А где вы? Напали у меня все. А, Диану вижу, а тебя нет. Вот я. Не вижу. А, вот, все, появился. Ну, Дианыч, тогда по скале перебирайся к нам. Иду. Поближе, да. И мы подведем его сюда. Ну, вы понимаете, да, на каком уровне там держать? Детеныши есть. А, детеныши маленькие, по-моему. Там лев есть, ой, тигр. А куда вы пошли? Носорог за вами идет, за спиной. Дэн. Ой, а я его не видел. Как вы? Это же... Уходи, веди его назад. Чувак, назад. Мы не пробьем его. Веди назад, веди его назад. Веду.
Пробьете, минус броня у него. Так. Это близко, я быстрый, не... Он быстрый, сука. Он быстрый. Куда он? Не знаю. Отагрился, что ли? Да. Да, отагрился. Да, значит, тебе придется... Ладно, давайте другого. Не могу, повести. Он очень... Вот, вот он стоит, вот он, вот этот. Какой, который вправе? Вот этого. Да, вот да. Этого. Все, он на меня. Ага, хуй там. Поближе хочу его. Подальше я хочу его. Так. Я пока похиляюсь. Очень удобно. Идеально. Еще один, Женя! Еще блин. Один! Ой, ёп! А что ж делать-то мне? У меня уже пол хп нет. Меньше половины. Да как от них убегать-то, зараза? Я что-то медленный какой-то. Слон! Они со слоном пиздятся! О, все. А что же мне сказали, что там слон? Ой, тигр! Тигр появился! А как забирать-то теперь все? Чего вы хохочете-то? Пускай они пиздятся, пускай они пиздятся. Они запиздятся, мы подберем шкуру. Подберем. Нет, они не пиздятся, они на вас. Пиздятся, пиздятся они. Вон, они пиздят тигра. Тигра... Тигр за носорогом, носорог убегает. Слон за тигром. Пиздец, ебаный зоопарк. Они ушли, можете вещи взять быстро. А как понять, где мои? Вот у меня вон, смотри, сколько подсветок. Центральный. Центральный или левее? Попробуй. Вот, где я стоял, тут ты. Вот здесь, да. А вот здесь я. Либо центральный. Видишь? Да вот он ты, вот он, где я, иди. Блядь, ну ночью я хуй знаю. У меня что-то ничего не отображается. Ребята идут. Вашу сторону. У меня ничего не отображается. Ой, я твое взял, блядь. Возьми мое. А где ты? Ты поднимите наверх, блядь. А где ты? Вот, вот, Бластар, а это твой старый труп. Я понимаю, ну что делать, ну подохнем еще раз. Где ты? Вот он я, вот здесь он я. Все, я сдох. Вот это я. Я не вижу. А это ты, блядь. Ёбаные огоньки, сука. Раунд 1. Fight. Все. Так, а мое там где-то, да? Да. Ну, сейчас найдем, это будет несложно. Так, давай я его первый увожу. Сейчас. Подождите, подождите. Дайте мне минутку сходить. Сейчас, а то я схожу прямо здесь под стулом. Я предлагаю действительно пойти залутать носорогов. Я не знаю, от чего они сдохли. Я буду сверху, если что, хотя бы их сюда подтягивать. А, тигры! А ну тигр гоняет, смотри. Кто? А тигр прыгает... Тигра, носорог, вон, гоняет тигра, они пиздятся. А, тигр всех пиздит, а мамон пиздит тигра. А слон пиздит всех. Угу. Вот она, пищевая цепочка наглядная.
Теперь они вдвоем пиздят слона. По-моему, тигру пизда сейчас будет. По-моему, носорогу. Вообще носорог сильнее. Сейчас ставки там тотализатор устроил. Я бы не сказала. Сдох носорогу подпрыгивать. Он аж отлетел. Теперь тигр на слона. Но слон его завалит, а мы завалим слона. Так там два носорога, да? Да. Три уже. Погнали. Я тигра не вижу. Поехали. Я вижу, я слежу за ними. Аккуратней. Носорог отреспился. Ну, далеко, далеко. Вот этого берите первого, да-да-да, ближнего. Правильно, правильно, давай, кис. Никого нет. На картах. Тигр бьет мамонта, ему пофигу вообще на вас. А он не обращает внимания. Есть? Дальше посмотрите, что там еще. Вот дальше носорог. И идем тот труп носорога. Ну, надо толстую шкуру. Вот здесь аккуратнее. Чего? Стоп. А, вот теперь они пиздятся. Сейчас кто-то кого-то запиздит. Слушай, я пока вообще... они пиздятся... Да нафиг надо. Может быть, спину ну, хлобычем. О, давай сейчас. Давай. Быстрее разбирай. Быстрее, быстрее, быстрее. Хлобычем спину? Убегай, 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 убегай. Не надо, вы сейчас опять подохнете, не надо. Давай попробуем, давай попробуем. Серьезно? Удачи. А чё, это же интересно. Давай. Кул ДПС ему. О, ему чуть-чуть осталось, Жень, ему чуть-чуть. А тигру? Не знаю, но тигр проще. Он хотя бы бьется. Все, вальнули. Я встал. Тигру тоже немного, я его не вижу. Вижу. Сейчас надо удар нанести. Сколько хп у тигра? Половина. Запиздим. Блядь, тигр имбовый, что ли, всех пиздит. Блин, у него прям вся жопа в крови. Ой. По два удара, Женя, отходи. Угу. Чтобы я наагрил. Тигра мы можем пиздить так. Ой. Сожрал. Ну что, ничего, сейчас добьем. Дяныч, помогай. Там еще кровотечение на нем. Помогла тебе. Без ног. Да. Но с тигром я могу стоять. Нормально. Готов. Все, нормально. Выпей прям сразу. Да, и сейчас и слона, и тигра залутаем. Нормально. Пока и никто все... не появился. Так, а где мой труп? Вот он, да. Нормально, нормально. Главное сейчас залутаться, одеться, и все будет чики-пики. Так, готов? Конечно, это пиздец полный. Побыстрее, побыстрее. Не знаю, через сколько они опять появятся. Есть, есть время. Они только-только умерли. Ага. Ну, а другие носороги и так далее. Ну, они дальше стоят. А у меня, кстати, нет слона, не показывается. Все? Да, я перегружен. Давай, скидывай какую-то часть, у меня желтая. У меня же 70% у меня. Так, сейчас какую? На. Давай. Отлично, все, да, да. Да. У меня вода закончилась. У меня есть. Это пиздец. А это ведь самый легкий еще. Есть еще черные, белые, там вообще пиздец. Это же даже не боссы. На, Дяныч. Хотите костер сделать и сделаем пожрать, а то мясо само пропадет. Ну что, пойдемте людей месить. Да, надо оторваться. За мясом потом вернемся. Ну там их немало, и они крепкие. А сейчас, короче, поддохнем. Они так же, как и одеты. Да. Пробиваются, наверное, гораздо сложнее. Блять. Кактус. Бачи, я оторвало. Я агрю. Не, подожди. Уже на вас идут. Или на меня. Они ебать, что-то... толпа! Ой, блядь. Не уверен, что мы их вытащим. Ой, мы их не вытащим. Не вытащим, бежим нахуй. Ой, все, меня лучники башат. Уходи, Мансуй. Ну там одни лучники, блядь. Спускайся к нам. К нам спускайся. Я не могу спуск найти нормальный. Я пизжусь уже с молотобойцем. На мне двое, короче. Ой, блядь, молотом жахнул. Ой, он меня пробивает блок.
Спроси. Где они? Отгрузились, что ли? Да, и хорошо. Перегруппируемся. Ебать, он молотом. Короче, я понял, что это за хуйня. Она парирует все блоки. Молоты вот эти вот, это пиздец. А как мне танчить молотобойца-то, ёлки-палки? А уворачиваться-то я не могу. По одному. Угу. Сейчас я его, может быть, опрокину. Не понимаю, даже... а вот он. О, блядь. Капец, как тут пить хочется. Жара. Отлично, Женька. Подождите секунду. О, из них сера и набедренные повязки из меха гиены. Уже поинтереснее вещи стали падать. Так, по одному сейчас, Дианыч, подожди, мы сейчас сами. Так я одного и тогда, он и не хочет. Да, вот это. Все. Сюда, отходим, тут. Отходим. Да-да, вот расстреливай ее. Просто стреляй, пока не сдохнет. Или я. Ну ты отходи, когда стреляй в тебя. Выстрел отходи, выстрел да, отходи, выстрел отходи. Влево-вправо. Влево-вправо, влево-вправо. Я тогда потеряю. Ну и ничего не потеряешь. Она жми как кул. Она в меня прям попадает. Ну понятно, ты влево-вправо. Перед тем, как тетиву она натягивает, уходи влево. Женек, лучше уходи. Ухожу. Ух ты, какая хуйня идет. Это именной, а нет, третий. Пока не именной. Так, я пока с лучником разберусь. Я эту пока придержу на себе. Вот, Дианыч, спасибо. Ой, ты, блядь, как... Всё. Камбу дала и это... Это пиздец. Такая сука. Угу. Ничего, постилка рядом. Уходи от неё, уходи, уходи, уходи. Она бегала. Угу. А я перепили. Закончили силы. Давай. Блять, сука. Готово. Да я наду, иду. Ой, чуть с ней что-то так переколбасило. И я иду. Лучница тут. Убили. Ценой Жекиной жизни. А это кто умер? А. А мы тут все получим. Киста умер? Да. Но она начала, она в камбу вошла и я не смогла, ну, начала станить да, меня. Да. Так, ну их уже осталось. Сейчас комбинацию сейчас. Начала проводить. Какой ты волосатый, просто ужас. Быстрее оденьте. Я реально ваша дочка как будто. Такая пиздоси маленькая. О, я вижу много. Давайте. Чувак, вот тот с башкой. С башкой. Слева, негр. Бля. С молотом осталось. Начинается. Все. Чертила, кузнец, блядь. Не знаю, что за боец. Надо кузнеца убить, он мне щит ломает. Ах, блях, муха. Что-то лаг, под лаги какие-то еще идут. Ничего не понимаю. Ой, ой, ой! Все. Яныч, добивай. Ой, да пошли вы нахуй. Нет, я не могу. Им чуть-чуть хп осталось. Я видела, я буду бегать и ждать вас. Давай. У того 5 кровотечений, он умер. Я бегаю. Ах ты, сука. Бойцы, блять! А! Дед, я замедлен, помоги мне! Сагри его сделать! Я не могу, я вообще без всего сейчас. Да ты полный бегаешь! Как без всего? Я знаю, что я без всего, я без выноса бегаю. Ты к оружию убирай, чтобы вынос восстанавливался. Блять, это пиздец. Блядь, да так как? Я пока собирать не буду. А что случилось? А, у меня черный экран.
У меня вот. Уйди! 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 Блять, как одеть шмотки, блять? Я тоже не могу. Дэн, отойди, отойди, отойди. Я не могу отойти, Дян. На мне перевес, когда я шмотки беру. Прям в еблету. Нет, не догоните, не догоните, не догоните, потому что я быстрее вас бегаю. Так. Как они меня бесят, ублюдки, сука. Прям в башку тебе, сука. Давай, иди сюда. Да ну, что вы отагриваетесь-то от меня, а? Это мой кис новый на тебя. Труп. Мне подлагивает, что-то. Все. Я давай, я одного удержу сейчас. Готов. Отлично, убила. Слава богу, убили. Отлично, Женя, охуячил его, конечно. Молодцы, ребята, работаем, работаем. Чё мы работаем? Опиздюливаюсь. Просто, как я не знаю, что. Это их трупы или наши в таком количестве валяются? Давайте, это были самые пиздатые, дальше хуйня осталась. Да-да. Слушайте, я тут с вас души пособирала. Ой, блядь! Сука, ребят, помогите! А чё так лагает? Смотри, блядь, какие здоровые ребята! Здорово, короче, блядь! Сука, этот рубанёт, так и рубанёт, блядь! Диан, пока бегай, отвлекай на себя. Жень, давай по комбинации. Ой, я в них, всё правильно. Одного я просто держу. Просто держу. По пизде и отбеги, как ассасин. Все, отбеги. Ебать, он пробивает блок. Сзади. Сагрю. Наверное. Полетай, падла. Ну ничего, зато вальнули, Жень. Зато вальнули. А представляешь, одна жизнь была, и все сначала, зато вальнули. Ой. Зато две души. Нормально, ребят, это поначалу так только. Я только один, столько разложу все. Это обидно. Неудобно. А ты знаешь что, раскладывают только оружие и хилки, все, больше ничего не надо. Ну, больше да. Ничего не успеешь достать. Ребят, почти убили всех. Давайте, там мешки уже слутятся. А то они сейчас начнутся. Жень, короче, мы все время отсрачиваемся от тактики. Давай, я иду агрю и тупо держу. Я не буду их вообще бить. Диан, ты куда первый бежишь-то опять? Где Дэн? Уже там. А, там. Я там, но там они по глубине. Блять, опять тебе в башню. Вот она идет, и пускай идет. Она в меня стреляет, и пофигу. Вот, я вот здесь устаю. Угу. Ударил. Так. Отвожу. Да. Два раза нарежь, отойди. Я ударю. Она не должна агриться. Я с лучником. Да. Я не без лучника, у меня стрелы только что закончились. Вот, нормально. Вам придется немного без меня. Надо, короче, сделать стрелку 500. По хребту наваливает сейчас. Все. Так, давай левее. Сейчас я соберу лут. Давай. И с этой шлюхи соберу лут. Там просто падает металл. Уже металл падает. Угу. Так, по-моему, что? А, где ветки летят. Так, давай левее. Сейчас. Так, левее. Куда-то ветка летят. Ну, сидит. Он один. Пиздим. Это броник первого левела, он не опасен. Сейчас как даст. Пиздим, все, он пока упал. Все, я наагрил достаточно. Бля, где щит? Где щит? Прости, блин, поебало булавой, блин. Сука, я не могу. Левел получил.
получил. Так, надо быстрее разбираться. Да, ты прав. Вот ублюдок стоит, давай, замесим его. Да, я первый. Лучник первого левела. Сейчас я его опрокину, и когда он упадет, дамаж. Я не могу его убить, когда он лежит, дамаж. Все, отходи, он сдохнет уже. Отлично, Женя, супер даггерщик. Диан, подбирай из него лут. Он один. Это лучник второй, он посередине. Все, надамажил, отхожу. Блин, у меня перегруз. А что за серебряный порошок? Ой, для чего для алхимического потом понадобится? А что я такое взяла, что меня так перегрузило? Я план дерева выкину. Угу. Так, теперь ищем их. Я все нечаянно. Ну ладно. Сундуки теперь ищем их. Что-то я не вижу. По-любому. Что-то должно быть. Да вот сундук. Где? Вот. А у нас он невидимый. А, ну у нас не видим. Ну хорошо, что она хоть видит их. Деревянная миска, суп из семян. Чё надо? Ничего не надо. Кости возьми только, если чё. Всё. Скинь, если чё, не лезь. Ну, тяжело. Не, всё нормально. Я всё дерево выкинул, потому что нафиг оно мне нужно. Мы его нарубим ещё. Ну всё. Всё, до дома? Конечно, бардак. Вы бы знаете. Че, бурдюки выкидывать? Я думаю, больше они нам не нужны. Да, больше не нужны. Нагрудник из меха гиены. Бонус к выживанию. Кому-нибудь надо? Ну, ты деф, смотри, деф. Я не знаю, что только это будет. Я бы расширил нам дом. Это очень неудобно все. Давайте расширим, может. Давайте. Давайте, все, время крафта, да. Готовы идти? Да. А скажите, а где у нас стол рабочий, этот жрач готовить? А вот он нашел. А мясо где, Жень? Мясо где-то здесь в сундуках. Там вот, наверное. Ладно, у меня. А, есть, да. Тут 14 штук. У меня 13. Я думаю, хватит. Я готова. Вы пойдемте. Пойдемте. А вы эти блоки взяли, железки? Чините. Да, кирки. да, чуть-чуть, правда. 20. Я даже. У меня есть одна кирка запасная. Давай чё, большого скорпиона. Давайте. Давай попробуем. Ой, даже дайте с кирки-то сниму. Ну ты снимай, мы начнем. Ой! Это именной, у него черепа горят. Блядь. Ох ты, так, вот, чувак. Вот это атака у него. По удару, чувак. У меня почти все, хп почти нету.
А у кого тут кто-то подстилку оставил? Хочу ты только что положил? Да, 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 да. А чё? Блять. А я не положил. Если меня пробьет он, то все. А ты очучишься на 5 метров подальше. Нет. А, ну да. Ребят, он очень жирный. Это, по-моему, какой-то босс, чувак. Это и прям серьезно босс. Со стрелами, да? Это прям се... Да. Кто-то пробил через блок. Кто-то прям... Он очень жирный. Ой, да ну прям... тебя нахер. Отходи. Это реально, чувак, это, по-моему, прям... Кис, отходи. А, я же... Да у меня это русская идет. Блять. Понеслась, да? Да. Чё, валим его? Мне кажется, принципиально, мне кажется, надо добить. Добить или начать его убивать? У него все уже восстановилось. Да ладно? Да. Как такое возможно? Взял? Да. Ой, блядь, он за мной бежит, сука. Чувак, у него реген, что ли? Да. Давайте забьем на него. Да, давайте мы его не убьем. Пойдем отбежим до дома, я стрелу чутка, чтобы он отагрился, потому что... Да, пойдемте, Дианыч, там по пути нафармим, мы же за металлом идем. Блять, он до сих пор за мной бежит, чтобы вы поняли. Да мы поняли. Я к вам. Бля, почему такие лохи, мы не можем ничего сделать? Вы идете? Он если что за мной бежит. Ребят, да, а да, я да, у вас, пойдем. Веди дальше куда? Уходим, уходим, да, ну уходим. Да-да-да, я уходим. Че, мы не можем его убить? Он до сих пор за нами пиздит. Почему такие плюхи? У меня же тяжелая броня. Он такие плюхи дает, что пиздец. Куда дальше? Ой. Ко мне роги. Ой, блядь, сука. Пиногрызы это. Чтобы вы поняли, этот... Он с камнерогами мочится. О, камнероги. О, камнероги ничего не делают. Все, камнерога нет. А он за нами. И он за нас идет, блядь. Быстрее, сука. Кис, веди куда? Да где-то здесь вроде что-то нет. Да. Я что-то призабыл. Чувак, до сих пор идет. О, нахуй. Ушел. Почему он нахуй здесь, не идет? Здесь, здесь, здесь. Вот он. Железо. Все. Это пиздец. Сначала камнерогов надо всех... Валить. Чувак, как мы их убивать будем вот таких подобных? Я не знаю, не будем. Ой, блин. Вот это нам вот. Я не могу. Так, это что-то все время с нами происходит. Нормально, нормально, ну там. Попробуй копьем лево-вправо мышкой два раза нажать и потом направо. И это босс, назад. Это босс. Ой, да. Чё съебало у него? Ну... Уходим. Его не забьем, да? Может забьем, кстати. Этого забьем. Только отходи, мне надо похиляться. Этого забьем. Это, знаешь, почему забьем? Потому что у него один череп нарисован, а у того было три. Надо сначала мелкого прикончить. Что-то у меня тут мелких до хрена. Ой, у вас трое. Мелкого отагрил. Давайте я большого. Сколько? Дианыч, мы должны вот этих двоих забить. Я делаю. Не достает, сейчас попрошу. Мне не так много урона. Идеально стоишь? Да. Не сосу от них. Я лежу. Ой.
Я на тебя! Начинается опять у нас игра. Блядь! Один удар! Знаешь, 10 хп, чувак, 10. У меня отагрились. Это хорошо. Появился кто-то, что ли? Дэн, а ты... Ой, они дерутся. Они кто? Дерутся, они меня пиздят. Какой а, мир? Ты там? Ну, меня убили, блин. Я не могу их сдерживать. Бля, дай-ка я подальше уйду. Нет, им похер. Нет, нет, будь тут, чтобы я воскрес рядом я с тобой. Я не могу, они за меня бегут. Ну, бегай от них по кругу. Интересно. Опять убили? Ебать, я провалился сквозь текстуру. Ребят, мы никого не можем убить. Это какой-то пиздец. Там кто-то бежит из кустов, кисты. Да, я. Кто? Это не я. Что происходит? Дядь, беги! Они мимо меня! Почему они догоняют? Как они это делают? Жень, примешь участие? Я пытаюсь. Что мне делать? Помогите. Что им надо? Один удар. Один удар. Ай, блядь. Не люблю эти погони. Ну почему? Музыка, музыка. Слышишь? Под эту музыку охота самому давать им пизды. Жень, я танчу голой жопой. Смотри, как хорошо. Блять. Их выноса нет, он все на рога сейчас поднимет. Сука, я лег. Диан, продолжай в маленького стрелять хотя бы. Его отбейте. Я не могу, они прям, блядь, большой несется, сука. Большой, кстати. Кис, он на тебя! Ну я ему в жопу стреляю, нормально, нормально. Нет, не получилось. Ладно, я в мелкого. Отлично, есть время одеть броню. Ай, блядь, ебут! Сука, я же только шляпу одел, смотри, бегу в шляпе. Сука, эстафета, блядь. Так, большой замедленный, большой замедленный. А толку, блядь? Все равно они ебут. Блядь, просто по кругу бегаем, убираем, как у доты какие-то, блядь. Че такое, блядь? Дед, маленького отпизди хоть разок. Я в него стреляю. Он так заебал меня. Так, а мне бежит большой, извините, надо бегать. Бегай, бегай, сколько надо. Ух, слава богу, взял, блядь, броню. Готов танчить. Давай. Чё, где они? Кис, ты посмотри на меня, отлично. Где я бегу? Всё. Вот теперь займемся ублюдком. Только кровотечение все. Так, он от меня отагрился, да? Все, Жень, по два удара отходи. Сейчас у меня вынос коплю. Нет, я ем, надо поесть. Чё, ого, и стоит, блин. Дед, помогай! Помогаю. Усну, но все трупами будет. Куда он бежит, ко мне, что ли? А, киса! Душит, душит его, блядь. Давайте, третьего уже пробили. Бля, я чувствую себя прям ахиллесом. Кис, бегай пока, битвы. Бегай пока. Так, он пока встал. Кис, бегай. Бегаю. Давай, бери, что надо. Хватай просто и отбеги. Все, Дэн сдох, а у меня пиздец, я сейчас тоже. Нет, я не сдохла. Он слишком быстро бьет, я не могу. Он за мной бежит или за тобой? За мной, за мной. А ты оделся? По-моему, им вообще нет. До тебя дела нету, честно тебе хочу сказать. Они только нас и пиздят. Это мое? Мое. Блядь, да как же от тебя не... Ты можешь на меня... Сука!
падла. Я готов танчить. Давай, я бегу. Главное всем сразу, да, не умирать. Он главное, где? Он за мной? Да, да, да. Продолжай бегать, лук убирай из рук, когда бежишь. У него уже половины нету. Он за мной бежит или где? Короче, нам надо здесь только и хвалить дотами, я понял. Дэн, он за мной бежит или нет? Вопрос, что я бегаю-то? Смотри назад-то, камеру верти. Нет. Ну, значит, его нет. Я не буду вертеть камеру. ТВ можно жмать. Нет, спасибо, я жму, у меня пальцы заняты все. У меня тоже тут проблемы, знаешь, тут. Давай, давай, Жень. Ты без вещей решил тачить? Ну, Женек, какая разница, он все равно убивает. Смотри, два удара отходишь. Я бью. Два удара отходишь, чтобы агр не прекращался. Вот так, да. Давай, 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 давай. Мы справимся. Смотри, как пошло. Сука, попал под меня. Ты ему 15 дотов навесил. Да, у него так нормально. Он сейчас уже сдохнет. Готов. Ай, ты, блядь. Его надо залутать. Это все устлано мной. Да, кстати, смотри. Просто мальчик для битья. Какой-то. Сука. А мы сделали это. Надо что-то с него добыть, Жень, с него да, что-то может выпасть. Кровь демона. Да, это Ихр, важно. Ихр, еще что-то. Что-то до хрена всего, на самом деле. 17 кровь демона. Это много, смотри, чувак, смотри, это очень много. Трупов. Зелье, естественно, обучение. Зелье сбрасывает очки талантов. Три зелья таких. Нифига себе. Слушай, их интересно фармить, Жень. Ты видел, как мы потом разыграли с тобой комбу? Дело в том, что когда ты много бьешь, там не от урона, а от количества зависит, я как понял. Он начинает переагриваться. Ты должен два раза ударить, дать мне ударить. Да. Два раза ударил, и тогда он от того, кого первый агрился, ну, по крайней мере, он сейчас очень долго стоял. Да, и мне было очень удобно попадать. Да, и мы комфортно. А там уже, если с фейлю, то с фейлю я.